дорогие друзья, компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ приглашает вас на поединок 26-го тура 3-го дивизиона, в котором сегодня сразятся «Легион» и «Дубль» КДС. Без сомнения, это одна из самых интересных игр этого уикенда. И даже если вы впервые подключились к трансляциям третьих лиг, вы наверняка слышали название этих двух коллективов. «Легион» имеет богатую историю, и вот в нынешнем сезоне команда прекратила свое выступление в высшем дивизионе, переместившись на место дублирующего своего состава в третью лигу. Но АКДС «Дубль» появился только по ходу нынешнего первенства, и именно поэтому занимает такое низкое место в турнирной таблице прямо на данный момент. Всего 4 игры провела команда Евгения Дергунова в нынешнем сезоне в третьем дивизионе и уже успела чуть-чуть поправить свое положение в турнирной таблице. Ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев, главный арбитр встречи Михаил Владимиров, проверяет готовность команд к старту сегодняшнего поединка и дает свисток, возвещающий о том, что этот поединок стартовал. Итак, давайте быстренько познакомимся со стартовыми составами играющих команд. Вот по своей такой традиции начну я с состава номинальных гостей. Сегодня это футбольный клуб КДС «Дубль». В традиционных своих темно-синих цветах они играют. В воротах Алексей Потапов, линия обороны слева направо, Гаяр Жамалединов, третий, Александр Зверев, пятый, и Вячеслав Лешков, 77-й, Сергей Колобенков, 10-й, в центре полузащиты, Эльхан Бахшин Шалиев, 19-й справа, Михаил Глоба, 9-й слева, на острие атаки Аман Сариев, номер 12-й. Именно такая должна была быть стартовая расстановка КДС, но вот наставники темно-синих мне перед началом поединка сказали, что возможны определенные изменения относительно того состава, который мне привели, и в частности тем, что сегодня обширный выбор у КДС, они настроились серьезно на поединок против легионеров и готовы давать бой и стать, что называется, тем самым фактором X, который может включиться в борьбу за медали в дивизионе 3Б. Что касается легионеров, то они сегодня в следующем сочетании играют. В воротах Денис Коробков, номер 46, Сергей Борзенков, 55, в центре обороны, Антон Иванов, 28-й справа, Павел Камушкин, 10-й слева, Радован Среданович, 9-й в опорной зоне, чуть повыше, левее Александр Седов, 17-й, правее Вячеслав Андреанов, 11-й, на острие атаки Никита Ростовцев, номер 13-й. Давайте быстренько и всех заявки вам представлю. Легионеров сегодня на поле могут появиться Сергей Миронов, 2-й, и Федор Красиков, 85-й, а вот у КДС здесь, по сути, вторая команда на скамейке расположилась. Наверняка не все они появятся по ходу поединка, но давайте всех я вам назову. Например, Владимир Вербила, Георгий Гасанян, Дмитрий Евдокимов могут появиться на поле. У них, правда, в заявке игровая цифирь не обозначена, но в третьем дивизионе можно меняться футболками, поэтому если кто-то из них появится, то, во-первых, может сделать это без номера на спине, если у него такая футболка, ну или просто поменяться с кем-то из игроков, которые будут покидать пределы поля. Также наверняка сегодня мы увидим в деле Евгения Дергунова, номера 7, и Алексей Лапин, 11, Хаял Гусейнов, 8, также готовы вступить в игру и продемонстрировать максимум, на что они способны. Кстати, Дергунов, вот, как я и говорил, с первых минут у нас в стартовом составе у КДС появился. Это было достаточно ожидаемо, опять-таки. Сказали мне перед началом поединка, что, скорее всего, кого-нибудь он может подвинуть из той стартовой расстановки. Так что за догму, так называемую, принимать стартовый 8 КДС не будем. Лишь обозначим, что вот так они показывают, собственно, отношение к делу и к сегодняшнему противостоянию в частности. И вот Дергунов на ударной позиции бить сразу не стал, немножко затянул, да, с выстрелом, затем, правда, по ногам сопернику попал. Сейчас, конечно, из-за травмы еще кого-нибудь потерять очень не хотелось бы легионерам. Итак, заявка достаточно укороченная, много проблем кадровых, помимо травмированных игроков есть еще и футболисты, которые по личным причинам не могут принять участие в сегодняшнем противостоянии, но здесь на самом деле можно говорить много, но
как минимум, отсутствие Максима Лукьянова – это весомейшая потеря. Но здесь не стоит забывать, что легионеры хоть и перестали в нынешнем сезоне выступать в высшем дивизионе, все-таки несколько лидеров, помимо того же Лукьянова, о котором я уже быстренько так упомянул, сохранили. Но вот сегодня ни, например, Ефремов не может играть, ни Бычков, они оба отсутствуют в Москве. При этом, опять же, как я уже сказал несколькими секундами ранее, несколько игроков не играют по причине собственных повреждений. Ну, вот, например, Сергей Борзенков решил попробовать, что называется, начать встречу. Он играет с серьезным таким повреждением. Ну, вот в сложившейся ситуации готов он пренебречь всеми, скажем так, предостережениями и сразу же с первых минут начать матч на позиции центрального защитника, важнейшей позиции в составе своей команды. КДС с первых же минут захватывает инициативу на поле. Это и не удивительно. Повторюсь, да, сегодня состав дублеры команды «Трех улиц» собрали просто великолепный. По большому счету, тут уже ходили шутки перед началом поединка, что с названия дубль можно убирать. В принципе, близкий к оптимальному составу у дальних гостей. Опять же, до начала сезона тот же Михаил Глоба и Сергей Клобенков начинали турнир в первой лиге в составе команды «Северный Альянс». Ох, какой хороший дальний удар. Это как раз-таки Глоба выстрелил со своей пушки, клатушки, попал в перекладину. Но вот по ходу первенства поменяли они, что называется, кадровую прописку и покинули коллектив Александра Соловьева и перебрались в КДС, который, к слову, на секундочку на прошлой неделе преподнес одну из главных сенсаций во второй лиге, сумев обыграть лидера чемпионата «Шереметьево Безопасность». Так что здесь расклад сил примерно так понятен. Ну а «Легион» на прошлой неделе отдыхал, и это помогло, скажем так, обнулиться Александру Седову. У него была четвертая желтая карточка по итогам противостояния с Ромой. Проигранный «Легионер» был важный матч за чемпионство третьей лиги. Но вот проиграли подопечные Александра Седова, и в итоге теперь побороться за золото будет очень проблематично. У нас первая желтая карточка уже на 7-й минуте поединка. Получает ее Александр Зверев за срыв атаки. В принципе, все правильно делал центральный защитник КДС. Здесь-то нужно было заваливать на газон рвущегося к воротам Никиту Ростовцева. Иначе серьезные неприятности могли возникнуть. И в итоге чистый выход 1-1 случится. Тем не менее, штрафной зарабатывают легионеры. Здесь от правой бровки, конечно же, последует подача или удар от Александра Седова. Это его позиция. Посмотрим, что придумает капитан легионеров. Бьет выше перекладины, проходит мяч значительно выше. Но, тем не менее, такую первую попытку, что ли, запишем в актив команде в серой форме. Шансов пока в стартовые мгновения этой команды было не слишком много, и поэтому такие моменты тоже будем акцентировать свое внимание. КДС пока не форсирует так явным способом события. Я вижу расстановки отсутствующие, появился с первых минут. В итоге, да, много таких перестановок, как мы уже упоминали. Является на самом деле защитником, тоже не проще подключиться к атакам, но все-таки большую свою роль он на самом деле выполняет. Если я не ошибаюсь, не всегда, кстати, так было, и достаточно много матчей проводилось в центральной линии, но сейчас, конечно, по прошествию времени мог уже что-то и попутать ваш покорный слуга. КДС
кстати, так же, как и Легион, в свое время играл в высшем дивизионе, доиграл сезон до конца и вылетел в первую лигу, но вот по примере, к слову, и многих других коллективов не стал в первой лиге начинать новую главу своей истории, а заменил как раз-таки дублирующий состав третьей лиги и начал свою новую ту же самую главу, о которой мы так начали говорить, с третьего дивизиона. Естественно, без каких-то проблем выиграл чемпионат следующий. Ну вот затем во втором дивизионе сейчас закрепился, борется за повышение в классе. Не знаю, насколько действительно есть это в задачах у команды, но, по крайней мере, футбол показывает достаточно неплохой, и победа над лидером чемпионата главное тому подтверждение. Еще один удар, и вновь приходится вступать в игру Денису Коробкову. На угловой мяч он переводит, не торопится. Пока КДС разыгрывает, тем не менее, мяч, не стали подавать штрафную, грузить туда, несмотря на наличие там высокого Сергея Колобенкова. Футболист, на самом деле, который обделен антропометрическими данными, но вот не так часто, да, конечно, опять же, я видел его в деле, но вот не припомню, чтобы он действительно много забивал головой, зато вот техника у него действительно поставлена, и может он вести игру своей команды. Причем и со штрафных хорошо пробивает, и в принципе не чурается черновой работы, может и в центре обороны поиграть, как, например, было в том же Северном Альянсе в начале этого сезона. Вот в КДСе ему роль центрального полузащитника отведена, и он в большинстве случаев играет либо здесь, либо на острие атаки, как вот в этом поединке. Колобенков ставит спину, пытается раскачать Миронова, уходит от него, второго оппонента. Еще один удар, попадающий в перекладину. Помним мы, что Глоба в начале поединка также выстрелил в каркас ворот. В общем, в целом, наверное, преимущество КДС сейчас не подлежит никакому сомнению. Темно-синие с первых минут завладели инициативой и запирают оппонента на его половине поля, подбираясь пока только к первому голу. Вот потеря, Элихан Бакшалиев завозился с мячом, но контратака у не получилась. К слову, у Легиона Сергей Миронов в опорной зоне появился в одной из пауз. Пока приходится легионерам исключительно терпеть и ждать своего момента. Помним мы штрафного Александра Седова, как раз говорил, что не так много создают пока футболисты в серой форме. Такими шансами нужно подорожить. Плохой перевод. В итоге мяч чуть было не перехватили легионеры. Снаряд в итоге, да, останется у команда Александра Седова. Но из-за бокового они будут возобновлять игру. Это, конечно, не то же самое, если бы перехват удался. Но, впрочем, и в этой атаке что-то придумать номинальным хозяевам поля не удалось. Здесь высокий прессинг пытаются организовать легионеры. И в итоге позволяют достаточно легко сопернику центра поля перейти. Глоба пас в штрафную, но здесь уже у лицевой линии приходится Бахшалиеву мяч принимать, а затем еще и раскачать Сергея Борзенкова. Тоже не получилось, а вот сейчас что, удар? Отворот, показывает рефери. Не согласен с этим решением Бахшалиев. Считает он, что последний мяч коснулся соперник, да? Но вот рефери посчитал иначе. Ну да, вот картина расстановки КДС стала окончательно ясной, да, Дергунов в центр полузащиты вышел, Колобенков поэтому отправился на острие, Сариев на скамеечку запасных, а Гусейнов слева у Барони вместо Гайрыша Мальдинова, насколько я понимаю, но здесь давайте подождем немножко, сейчас разберемся вместо Жамальдинова или же Лешкова. Появился этот футболист, но тем временем Колобенков
игроков первый гол забивает на экваторе первого тайма. Ну, объективно говоря, все к этому шло. КДС хорошо начал матч, КДС вел игру, подбирался к голу, да, две перекладины были в течение первых 15 минут. И вот как венец комбинация, прошедшая через правый фланг, передача в центр, и Голубенков без каких-то проблем отправляет мяч в пустой створ. 1-0. КДС выходит вперед. Миронов по правой бровке ускоряется. Тут его уже нагоняет, но доходит передача до Седова. Тому сразу пробить не удалось. В итоге еще и угловой, насколько я понимаю, Алексей Лапин там снаряд отобрал, ну а затем все-таки упустил его за лицевую под прессингом капитана соперников. Угловой будет, сам же Седов и отправляется подавать к флажку. Подача. Не получилось у Седова нагрузить мяч в штраф. Ну, Жамалетдинов как раз-таки, да, на поле. Сейчас я отчетливо услышал подсказ, направленный как раз-таки в его адрес. Да, и большое спасибо нашему оператору Дмитрию Закирову. Как раз-таки именно Гаяра в объективы наших камер удалось выхватить. Тут несколько перестановок тем временем у КДС произошли, но всех возможных действующих лиц я вам уже представил, поэтому лишний раз не будем, наверное, акцентировать на этом внимание. КДС еще одну хорошую атаку провел сходу. Колобенков принял сложную передачу, там, не совсем понятно, грудью или лицом, и в итоге Глоба пробивал. Ну, на этот раз точности его ударов не хватило. На самом деле, замена достаточно частыми стали у КДС, всему виной обширная заявочка. Здесь не согласен Александр Зверев с решением рефери. Ему-то нужно быть поосторожнее. Во-первых, у него уже и горчичник есть. На секундочку напомню, что дисквалификации в случае получения он и распространяются и на основную команду. Здесь, конечно, понятно, что матч принципиальный для многих игроков, как одного, так и другого коллектива. Но КДС сейчас важнее, конечно, во второй лиге показывать свой максимум и получить на ровном месте удаление, пусть и за две желтые карточки, например, с одноматчевой дисквалификацией. Естественно, темно-синим не нужно. Посмотрим за этим штрафным. Большие технические проблемы возникли, но вы ничего не пропустили. Штрафной у Радована Средановича не получился. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Атака Легиона тем временем на самом деле продолжится. Из-за боковой аут. Далеко в штрафную не бросают легионеры. Среданович, Миронов. И заталкивает его Евгений Дергунов. Чуть менее, если бы напористо шел на мяч, возможно, и без нарушения правил смог бы отобрать снаряд. Мне показалось, что там уже немножко ориентацию так в пространстве Миронов потерял. Хотя, на самом деле, здесь сложно определить, что первично, что вторично. Да? Тем не менее, еще один стандарт, еще одна хорошая возможность для того, чтобы отквитать один гол. На сей раз Андрианов пробивает и кого-то из игроков в стенке, уж простите меня, такой жаргонизм, выносит. В итоге дело заканчивается контратакой. Там мне показалось, что Михаил Глоба упустил мяч за пределы поля, но
рефери игру не остановил. И хорошо, на самом деле, что эта атака не завершилась взятием ворот, а то разговоров было бы достаточно много. Еще замены. На сей раз у Легиона. Павел Камушкин на правую бровку обороны выходит. Здесь, конечно, тяжело легионерам, да, ввиду определенной ограниченности заявки. Нет возможности для того, чтобы усилять игру в первую очередь на чужой половине поля, да? И Миронов, и Красиков, которые начинали матч на скамейке запасных, это в первую очередь игроки оборонительного плана, да? При всем уважении к тому же Миронову, представить его в качестве одного из созидателей достаточно сложновато. Придется рассчитывать только на тех игроков, которые есть впереди у тренерского штаба легионеров. Никита Ростовцев, Вячеслав Андрианов, Александр Седов, естественно, Радованцев. Но понятное дело, что в первую очередь в контратаках будет возможность у легионеров по такому футболу найти свой шанс и попытаться, ну, пока провести эквалайзер. Колбенков падает в штрафной, но, конечно, такой пенальти поставит арбитр. Среданович бежит по левой бровке, его нагоняет Лешков. Прострел, здесь небольшая несогласованность, и Зверев на угловой мяч переводит. Вот такие шансы, да, это возможности для Легиона. Среданович разыгрывает с Мироновым, подача, здесь никого из легионеров не оказалось, а теперь нужно идти в оборону, потому что Колобенков разворачивает контратаку налево, Глоба идет вперед, катит дальше на Колобенкова, удар, и не попадает в створ Сергей Колобенков. Если бы сейчас его выстрел получился точнее, едва ли у голкипера Легиона были возможности для того, чтобы свою команду спасти. Ну и здорово, конечно, да, там Колобенков за мяч зацепился, развернул атаку налево и ворвался в свободную зону Глоба. В итоге все получилось ударом из пределов штрафной. Но такие атаки, я думаю, тренерскому штабу КДСу хотелось бы, конечно, завершать голевыми свершениями, а не только упущенным моментом. Красиков здесь здорово сыграл на перехвате. Андрианов зажигает свечу. И что? Пенальти! Назначает арбитр. Не добрался до снаряда голкипер КДС Алексей Потапов. И завалил Александра Седова. На самом деле, по реакции игроков номинальных гостей можно было понять, что никто и не спорит с назначением 10-метрового. Ну вот он, великолепный момент для того, чтобы провести эквалайзер. Сам же пострадавший и берет мяч, готовясь исполнить это стандартное положение. Александр Седов на 23-й минуте имеет отличную возможность сравнять счет в этом противостоянии. Мешать ему будет только Алексей Потапов. Большой разбег, удар, и тащит голкипер. Затем еще и Жамалетдинов подстраховывает. И в итоге разряжает обстановку. Счет остается неизменным. 1-0 по-прежнему. И игра сейчас может пойти еще горячее. Легион имел отличную возможность. Но Александр Седов с точки не сумел переиграть голкипера, который сам же и исправился за свою оплошность. На самом деле это немножко даже символично, да, получается. Потому что именно Потапов в итоге там и завалил Александра Седова в штрафной. И в итоге он же сам и исправился, не позволив тому же форварду забить с 10-метровой отметки. Бенков зажигает свечу, затем идет в единоборство с Борзенковым, не было там нарушения правил, остается КДС, теперь тут потеря, Камушкин налево играет, Красиков, и не дойдет передача до атакующей линии Легиона. Совсем немного у нас остается до завершения первой половины, 6 небольших минут, плюс то, что рефери решит компенсировать командам, хороший на самом деле.
показывают оба коллектива. Понятное дело, да, я буду повторяться, наверное, но КТС владеет инициативой, здесь все прекрасно понятно, ведет в счете по игре, но у Легиона была отличная возможность для того, чтобы сравнять счет, но свой момент они пока упустили. Впрочем, еще даже до окончания первого тайма есть достаточно времени, чтобы еще голевыми свершениями насладиться. В атаке КДС доберется до мяча, хотя пришлось ему туда в угол уходить. Просто Камушкин, Борзенков и фол фиксирует рефери. Жамалетдинов все сделал правильно. Да, отдал неточную передачу, сразу же вступил в отбор и нарушил правила без желтой карточки, без каких-то инфекций. Зато вся его команда может спокойно так вернуться на свою половину поля и перестроиться, чтобы новую атаку легионеров. Андриана далеко вперед выбивает мяч ростовцев. Еще один фол, да, активно себе помогают руками защитники КДС. Опять же, в противоборствах с тем же Андриановым или с Никитой Ростовцевым им некомфортно себя чувствовать. Все-таки в росте они заметно уступают самым фактурным игрокам Легиона. Вот если бы Колобенков там в оборонке играл, здесь, конечно, на равных, что называется, проходила бы борьба. Но вот так вот приходится постоянно подталкивать соперников, и все это приводит к очень опасным стандартным положениям. Андрианов навешивает штрафную. Неточная передача. Туда, конечно, врывался, да, Никита Ростовцев, но если бы в створ, что называется, грузил Андрианов, все это могло выглядеть еще интересней, потому что там тогда бы играть пришлось бы Алексею Потапову. А в итоге Потапов проводил мяч до своей линии. Колобенков вновь здорово играет, на самом деле цепляется почти за все мячи и раз за разом скидывает их партнерам. Вот еще один удар, по-моему, там Дергунов, да, был на ударной позиции. Его выстрел будет только угловой, Микаэл Глоба отправляется его подавать с противоположного фланга. Колобенков на ударной позиции, 2-0. Прекрасный розыгрыш, и почему-то совершенно никто не держал 10-го номера КДС. На самом деле, еще до того, как пошла передача в ту зону, уже было понятно, что будет очень опасно и близко к голу. Но в итоге наши ощущения нас с вами не обманули. 2-0, 10-й номер КДС становится автором дубля. И для Колобенкова, к слову, это 8-й и 9-й гол в нынешнем сезоне. Да, опять же, будем понимать, что всего лишь 5-й матч проводит Колобенков в 3-й лиге. Так как КДС дубль только-только заявился в этот розыгрыш, но уже близок к результативности. Два гола за игру. Ну вот сейчас нарушает он правила, сразу же вступив в борьбу. Ну понятно, что ни о каком предупреждении речи идти не может. Колобенков достаточно активно провел и первую часть сезона. Я имею в виду ту, которую он играл за клуб Александра Соловьева, за Северный Альянс. Мы достаточно хорошо знакомы с этим коллективом. Здесь еще один опасный момент, угловой назначает рефери. Вот там вот Колобенков, несмотря на то, что играл одного из двух центральных защитников, как я уже говорил, и стандарты хорошо исполняет этот игрок. Но вот уже за КДС в 8 матчах основного состава он набрал 10 плюс 11. Уже 9 голов и за дублирующий коллектив команды «Трех улиц». Но не будем забывать, что в первом дивизионе он на секунду так еще 8 мячей за Северный Альянс наколотил. И также постоянно приезжал за дублирующую команду. В общем, игрок, который любит ЛФЛ, старается играть везде, где только можно. И достаточно результативен вне зависимости от того, какую позицию на поле он занимает. Ростовцев. Андрианов, Седов ставит корпус, играет направо. Камушкин. Не хватает ему скорости.
чтобы подключиться к этому наступлению. В итоге скидка Александра Седова получилась неточной. Гофа играет центр, Андрианов на перехвате, но взять под контроль мяч легионерам не удается. Последние мгновения первого тайма, и КДС их проводит в атаке, так же, как и большую часть первой половины. А здесь Дергунова срубают на поступах штрафной. Будем надеяться, что никакого повреждения лидер КДС не получит. Но вот штрафной зарабатывает, и сейчас сам же, я так понимаю, будет исполнять, наказывать соперника за фол. Основное время первого тайма у нас вот, тем временем уже истекло. И вполне вероятно, что сразу по окончанию этого эпизода рефери даст свисток на перерыв. Разыгрывает штрафной темно-синий. И в итоге удар Михаила Глоба оказался заблокирован. Ну а главный арбитр все-таки решил что-то командам компенсировать. Не так часто это происходит в ЛФЛ в первом тайме. Глоба вмещается в центр. И в итоге без нарушения правил у него мяч отбирает Вячеслав Андрианов. Седов один в один со Зверевым остается. А у того есть желтая карточка. Седов по штрафную. Среданович и не забивает Радован Среданович. Здорово сыграл Алексей Потапов, вовремя вышедший и сокративший угол обстрела. В итоге только угловой в концовке первой половины вполне могли сократить отставание до минимума подопечные Александра Седова. Сам же капитан и отправляется подавать от углового флага. Подача безадресна. И вот теперь на этом точно все. Арбитр дает свисток и отправляет команды на перерыв. Давайте мы с вами отдохнем несколько минут, а затем вернемся на стадион на Флотской улице. Ну что ж, подходит к концу перерыв в поединке 26-го тура третьего дивизиона подгруппы Б, в котором отношения выясняют Легион и дубль КДС. После стартовых 30 минут игры впереди номинальные гости 2-0 благодаря дублю Сергея Колобенкова. Что ж, второй тайм начался. Тут увлекательное зрелище. Да, номинально, если бы мы смотрели только на турнирную таблицу, легионеры считались бы несомненным фаворитом этого противостояния, но пометуя о том, что только со второго круга включились в борьбу дублирующие футболисты КДС в чемпионате дивизиона 3Б, и понимая, что есть определенные кадровые трудности у легионеров, при том, что КДС напротив в хорошем сочетании на сегодняшний матч приехал, стало ясно, что именно темно-синие будут управлять инициативой в этом матче. Так-то оно, в принципе, в первом тайме и получилось. С первых же мгновений принялись подбираться к воротам Дениса Карапа. Пара попаданий в перекладину. Было это, когда Глоба пробивал Колобенков. Ну, а затем сначала комбинация с пасом на пустой створ все тому же Фороду последовала на 15-й минуте. Ну, а незадолго до перерыва угловой хорошо разыграли вышеупомянутая двойка. Глоба отдал прекрасную передачу низом на Колобенкова, которого никто почему-то не держал в чужой штрафной. И в итоге счет стал 2-0. Но когда еще на табло было минимальное отставание команды Александра Седова, легионеры получили право на пенальти, который заработал сам капитан, и он же его не сумел реализовать. В итоге имеем то, что имеем. 2-0 к началу второй половины, и КДС дубль идет к своей номинально шестой победе в этом чемпионате, но нужно понимать, что в начале сезона не эта команда выступала в подгруппе Б третьего дивизиона. Легионеры, так немножко мы приведем экскурс в турнирную таблицу и расклады дивизиона 3Б. Легионеры на втором месте в чемпионате идут. Отставание от лидирующего коллектива ЛФК
Рома составляет 6 очков, 3 из которых набраны, 3 потерянных. Но оба поединка очных римляне выиграли, и поэтому на самом деле отставание исчисляется 3,5 баллов. И при том, что Рома очень хорошо идет, здесь нужно понимать, что терять не так-то много шансов еще будет у команды по ходу этого первенства. Александр Седов тем временем еще один хороший момент не реализовывает. Хорошо открылся в штрафной под передачу и бил-то вроде со своей рабочей левой ноги, но заживал так мяч, да, и в итоге тут мимо створа пошел. Если бы дело голом завершилось, конечно, бы я свое рассуждение насчет турнирных раскладов прервал, а так, в принципе, опасный момент, и чуть позже мы к нему вернулись. Лапин здесь сохраняет контроль над мячом, высоко его прессингует Шалиев, в итоге аут, остается мяч у КДСа. Но возвращаясь к турнирным раскладам, здесь нужно отметить, что с момента, как зашел КДС в турнир, удалось им улучшить чуть-чуть свое положение в таблице, обойдя в турнире Торпедо МСК. Совсем недавно, к слову, в очном поединке КДСовцы оказались сильнее торпедовцев, но пока дальше продвинуться по турнирной сетке не представляется возможным, уж слишком большой разрыв между остальными коллективами, но уверен, что до конца сезона еще сумеет в серединку так где-то турнирной иерархии дивизион 3Б не подняться. Легионеры же напротив, их второму месту никто и ничто пока не угрожает. Отрыв от идущей третьей Акчумы исчисляется, на секундочку, 14 набранными очками. И это нужно понимать, что ввиду регламентных тонкостей ни Легион, ни Аксиома не поборются в стыковых матчах, потому как начинали турнир в высшем дивизионе, а затем своих дублирующих составов. Здесь равная ситуация абсолютно, что у команды Юрия Волоса, что у команды Александра Седова. И поэтому на самом деле Роме, которая ставит перед собой цели повышения в классе, да, там была задача у этого коллектива пройти сезон без поражений, этого сделать не удалось. Но вот повышение в классе — это задача минимум, которая перед Ромой. Здесь нужно понимать, что по факту ближайший конкурент, реальный конкурент Ромы, это Импульс, у которого 49 набранных очков, а у Ромы уже 70. Зверев возглавляет атаку КДС, входит в штрафную, ставит мяч Клобенкову, тот бить сразу не стал, ищет возможности для того, чтобы улучшить позицию. Дальний удар Глобы принимает на себя кто-то из легионеров. Лапин не стал также бить. Продолжают контролировать мяч темно-синий. Здесь, на самом деле, на половине поля КДС Ардаван Среданович лежит. И вот сейчас выбивают мяч за пределы поля. Среданович, я так понимаю, продолжить встречу не может. И отправляется он на скамейку запасных. Но пока только Забровку. А Легион продолжит без него. Благо, замена хотя бы есть. Да, там даже и игру-то в итоге рефери остановил, следуя новым футбольным трендам, скажем так, что не нужно выбивать мяч, судья есть на поле, и в случае необходимости он готов сам остановить игру, если здоровью футболиста что-то угрожает. Что ж, продолжает КДС свою атаку. Риф, Лапин. Это удар только в статистику. Там, понятное дело, тяжело ему было на ограниченном участке поля сохранить владение мячом. Но Крабков просто выбивает мяч, и в итоге тот обратно КДСу достается. Такое чувство, что оба коллектива уже прекрасно все понимают, и легионеры так уж смирились с поражением, что ли. Понятное дело, что так нельзя сказать в полной мере, но
Какого-то огня, что ли, нету в действиях легионеров. Опять-таки, возвращаясь к теме кадровых сложностей, понимаем мы, что нет возможности для усиления в передней линии. Вот, например, то, что Радован Сриданович продолжить игру не может сейчас вот с Павла Камушкина, он отправится таки на скамейку запасных, означает лишь о том, что по факту придется теми, кто есть, атаковать, и учитывая, что не так много шансов легионеры за первые 40 минут встречи создали, по большому счету, это лишь пенальти Александра Сидорова, его же матч во втором тайме, когда в ударной позиции оказался, но толком не сумел. ДС, на самом деле, тоже не намного больше шансов реально голевых было, их, конечно, было больше, да, но, во-первых, своими моментами темно-синие воспользовались, а во-вторых, во-вторых, их преимущество по игре настолько весомое, что не до конца понял Владимиров, что Зверева заменили, и он сейчас вне игры оказался. Ну так вот, возвращаясь к теме развития событий, КДС ведет игру, и кажется, что если этого потребует ситуация, команда может найти в себе силы и резервы, чтобы добавить. Пока что штрафной зарабатывает темно-синие. У мяча Элихан Бахшалиев и все тот же Сергей Колобенков. 10-й надо пробивать. Нет, разыгрывает мяч. Бахшалиев, прострел. И уже в пустой створ можно было там заносить мяч одному из футболистов КДС. Это 17-й номер. Вот сейчас смотрю свой протокол. Возможно, это один из тех футболистов, кто без игровой цифири был заявлен на эту игру, посему извиняйте, не смогу его личность идентифицировать прямо так в прямом эфире. Момент хороший был, здорово разыграли штрафной футболисты КДС. Шалиев. Штрафной, фиксирует рефери игру рукой со стороны легионеров. Лапин быстро разыгрывает мяч с ближним. Сейков. Вертикальная передача у Колобенкова. Едва ли не впервые в этом матче удалось мяч отобрать, а затем Сергей Миронов здорово в отборе против Вячеслава Андрианова сыграл, заставив того отдать пас в аут. Но секундами ранее рефери зафиксировал нарушение правил. Колобенков там, потеряв мяч, в итоге не по букве закона соперником обошелся. Мушкин завозился с мячом, одного обыграл, на втором уже споткнулся. Колобенков катит направо, неплохо. Бахшалиев входит в штрафную, удар принимает его на себя Сергей Миронов. Затем на подборе снова оказываются футболисты КДС. И в итоге дальний удар неточным получился у Алексея Лапина. В итоге удар от ворот. А на самом деле еще играть-то почти 20 минут. За это время можно перевернуть ход любого неудачно складывающегося матча. Уж простите, что я постоянно привожу такие аналогии с Северным Альянсом, в котором выступали несколько футболистов КДС. Вот он сегодня в матче первого дивизиона сумел отыграться, проигрывая футбольному клубу МБ дважды в два мяча, 0-2 и 1-3. И в итоге на последних минутах вырвал победу с минимальным перевесом. Ну так почему же легиону сейчас не собраться и не сотворить маленькое футбольное чудо или камбэк? Бахшалиев. Но для того, чтобы отыграться, нужно хотя бы мяч у соперника перехватить и наладить контр-игру. Сегодня у легионеров это получается с большим скрипом. Ну и на секундочку
Легионеры всего трижды в нынешнем сезоне теряли очки. И, что интересно, дважды это случилось в игре с лидером чемпионата. Проиграли 3-8 и 2-3 легионеры ЛФК Роме. И еще одна ничья была в матче с дублем Фифт. Тоже такой коллектив, который можно назвать X-фактором, да? Не всегда удается Николаю Дичеву приезжать на матчи этой команды, но когда он есть и когда его нет, в принципе, Фифт всегда хорошо играет. Это касается, безусловно, дублирующего состава, потому как в лиге многое завязано на действии Поповича, там еще игроков. Например, пока во втором дивизионе играет, но это такие небольшие мостики, да, к возможным противостояниям дублирующих составов, да, матч Фифта и КДС будет очень интересным в третьей лиге, когда его время настанет. Ну а к тому же в дивизионе 3Б есть еще и дубль ВЭТ, тоже коллектив, который нельзя списывать со счетов, особенно когда хорошим подопечный Александр Степнов, также в первой лиге выступающий основным составом. Завой, Миронов, Фолл, Лапин. Затоптал своего оппонента, Камушкин. Миронов обыгрывает Дергунова и еще один фолл. Много мелких фолов, признать, абсолютно грубой не является. Опять-таки, несмотря на градус непосредственного самого ажиотажа этого матча. Седов пробивается штрафной, вновь намного выше перекладины. Не идет игра, да, у легионеров. Ко всем кадровым трудностям добавляется и то, что еще не везет. Но опять же, многое сделал для того, чтобы оставить легионеров без мяча, чтобы свою игру с первой же минуты во главу угла поставить. И в итоге легионерам приходится очень туго. Бахшалиев катит мяч к лицевой. Еще один момент. Коробков оставляет свою команду в игре, вовремя сокращая угол обстрела и не позволяя вот тому мистеру Икс под 17 номером отличиться угловой. Предполагаю, что это Георгий Гасанян на самом деле, потому что во втором тайме должен был этот футболист появиться. Если вдруг я его с кем-то перепутал, прошу меня простить, но вот руководитель, один из руководителей КДС, Вячеслав Лешков, как раз таки говорил, что Гасанян появится на поле именно после перерыва. И именно тогда 17 номер появился на газоне. Это не столько важно на самом деле сейчас, потому что Дергунов входит в штрафную. Бить с левой ноги, конечно, отсюда уже не будет, поэтому продолжает раскачивать. Но Павел Камушкин не так прост. И поэтому обезмячил своего оппонента, у которого на счету, к слову, достаточно количество голов, в том числе и в высшем дивизионе. Когда КДС переживал тяжелые времена в вышке, Дергунов был одним из тех, кто регулярно трепал нервы соперникам, тем не менее. Жамалединов тоже свозился с мячом, но здесь на его радость, скажем так, Никита Ростовцев его опекал, не профильный защитник, если быть точнее, то это скорее центр-форвард, и поэтому уже у Малединова были шансы там сохранить владение мячом, но не удалось. Камушкин, вертикальная передача, доходит до Миронова. Миронов уткнулся, да, в Лапина, и в итоге мяч сопернику отдал. Зинков прерывает прострел. Андрианов на мяче. Гусейнов идет вперед. Его никто не встречает. Отдает передачу.
итоге дело заканчивается потерей Седов. Пытается там раскачать оппонента, удается уйти от опеки, но он тут один с Мироновым против четверых, да, и тяжело, конечно, в такой ситуации угрожать воротам. Камушкин, что в итоге фиксирует рефери, аут всего лишь. Быстро бросает мяч КДС, Колобенков легко уходит от Ростовцева, смещается в центр, удар, и лишь благодаря действиям Сергея Борзенкова не удается Колобенкову оформить хет-трик в этом противостоянии. Спасает он свою команду. И уж простите меня, очередной раз такой штамп оставляет ее в игре. Гасанян отправляется подавать угловой. Подача. Коробков выходит и снимает мяч с головы у соперника. Гасанян. Подача. Еще одна. Здесь Ростовцев совершенно один. Немного пожарит, да? Своей штрафной легионеры. В итоге просто выбивает мяч куда-то подальше, к центру поля. Лапин. Лешков. Колобенков ставит корпус, разворачивается. Будет бить слева. Нет, продолжает движение. В итоге здесь борьба с Андриановым. На самом деле, можно было падать Колобенкова, но он устоял на ногах и отдал голевую передачу на подключившегося к наступлению Вячеслава Лешкова. 3-0 становится счет за 10 небольшим минут до окончания этого поединка. Теперь уже последние сомнения касательно исхода этого противостояния, наверное, отпали у всех зрителей у телеэкранов. КДС дубль добивается шестой, да, победы в этом сезоне. А легионеры терпят всего лишь третье поражение. Но, тем не менее, еще 10 минут остается до окончания этого поединка. На мяч престижа легион-то должен наиграть, да? Седов. Миронов. Фол. Да, было там нарушение правил. Зверев здорово сыграл на опережение, но чуть-чуть со скоком ему не повезло. А здесь сейчас как хитро хотел сыграть Вячеслав Андрианов. Увидел он, что в чужой штрафной совершенно один Никита Ростовцев. И в итоге пытался быстро разыграть. А сейчас Миронов едва не наказал Алексея Потапова за оплошность. Но с левой ноги у него выстрел совершенно не получился. На следующей неделе оба коллектива в чемпионате будут отдыхать, а начнется второй тур розыгрыша Кубка Севера, в котором команды третьей лиги пока выступают. Лига будут играть в воскресенье с еще одним коллективом дублирующего состава, с дублем московской Буцы в прошлом году, к слову. Коллектив Алексея Черкеса выиграл кубок второй и третьей лиги. Тогда он, правда, назывался только кубок третьей лиги, потому что отдельно для второго дивизиона проводилось это кубковое состязание. Ну а КДС Дубль сыграет с дублем Торпеда. Это будет противостояние двух коллективов, основные команды которых выступают в втором дивизионе. Ну а уже затем только возобновятся игры чемпионата. Там на самом деле не так много остается до завершения турнира. Кому-то 10, кому-то чуть больше матчей или чуть меньше, в зависимости от количества сыгранных игр. Ну а вот 34 тура, да, если вдруг вы не в курсе, это 26-й. Так что тут, в принципе, посчитать все достаточно быстренько можете сами. Камушкин. Ошибается в передаче, но не удается Лапину мягко принять мяч после этого ассиста. Камушкин. Борзенков. Под контроль наконец-то мяч легионеры взяли. Миронов. Ростовцев. И потеря. Борзенков не пустил Колобенкова к мячу.
итоге аут. Новая порция вброса мяча из-за боковой. Лешкуав. Играет направо. Гасанян. Зверев. Глоба. Лапин. Тут же катают мяч КДСовцы. Никуда не торопясь. Лапин неплохо. Гасанян. В итоге чуть дело автоголом не завершилось, но Коробков дотянулся до мяча, когда его из-под ноги у соперника Сергей Борзенков выбил. Андрианов. Налево. Камушкин. Седов. Андрианов. Передача направо напрашивается. Ой, это иное продолжение атаки Андрианов. И если бы прошла эта передача, могло быть очень опасно. Замена у КДС. Гасанян отправляется отдыхать. И Эльхан Бахшалиев возвращается на газон. Седов. Падение и угловой. Назначает арбитр. После единоборства Александра Седова и Шкова. Разыгрывается легионеры. Андрианов бьет. Еще один угловой. Закрыт был своими и чужими Алексей Потапов. И в итоге пришлось там реагировать защитником, чтобы выбивать мяч из створа. Камушкин. Подача. И пробивает Федор Красиков. Но его удар получился абсолютно неточным. Что ж, игра к эндшпилю переходит, но никакого интереса для нейтрального зрителя, наверное, уже в себе не так. КДС сможет за 5 с небольшим минут упустить победу в этом противостоянии. Глоба не попадает толком по мячу. Но вот повторюсь, что несмотря на этот результат, с одной стороны, с точки зрения турнирной ситуации, он достаточно сенсационный, с точки зрения реальной оценки сил не совсем. Турнирное положение, что одной, что другой команды, вне зависимости от того, как их конкуренты сыграют. Ну а КДС пусть и сократит, скорее всего, отставание от своих оппонентов, пока не может всерьез претендовать подняться с 15-й позиции турнирной таблицы. Лешков простреливает штрафную. Здесь Борзенков вновь надежен. Лев. Играет направо. Лапин. Оф, налево. Удар 4-0. Элихан Бахшалиев забивает на 56-й минуте. И вновь после геометрически классной комбинации отвечают со футболисты КДС. В целом, абсолютно закономерный итог. Мы много говорили о том, что КДСовцы хорошо эту встречу провели. Да, возможно, на мяч престижа легионеры все-таки наиграли, да, опять же, помятуя о том пенальти, нереализованный Александром Седовым. И кто знает, на самом деле, как бы развивались события в этом матче, если бы удалось тогда легионерам провести эквалайзер. Но это все, что называется, разговоры в пользу бедных, тем более, что мы можем повторять, что футбол не знает сослагательного наклонения. Сегодня мы можем только констатировать тот факт, что КДС Дубль оказался сильнее легионеров и сильнее заслужен. Но, тем не менее, на гол престижа время еще есть у меня.
Андрианов. Андрианов идет вперед. Удар Ситов. И вновь не забивает капитана Легиона. Похоже, он сам не до конца понимает, как ему не удалось поразить ворот соперника в этом эпизоде. Причем, знаете, так получается, что кому-то реальных претензий предъявить в этом эпизоде, да и вообще по этому матчу, да, я имел в виду, конечно же, из легионеров нельзя. Отрабатывали эпизоды, да, кто-то вот упустил, например, Сергея Клобенкова при розыгрыше углового, но в целом нельзя сказать, что кто-то откровенно провалил игру, да. Возможно, многое не получалось впереди у атакующих сил. Опять же, мы все это как-то, да, обсуждаем с точки зрения того, что легиона не получилось. Но надо на самом деле хвалить КДС. Сегодня темно-синие играли классно. Мартинков останавливается, скидывает мяч назад. Камушкин завозился немножко с мячом, но удалось протолкнуть мяч на Андрианова. Здесь фол фиксирует рефери. Минута с небольшим остается до завершения этого матча. Не думаю я, что главный арбитр что-то компенсирует командам. Здесь все уже достаточно ясно и понятно. Остается только доиграть регламентное время и закончить эту встречу. Андрианов грузит мяч вперед. Не удалось принять мяч, но отскочил он к Сергею Миронову, а тот слишком увлекся собственным дриблингом, что не заметил, что поле закончилось. Андрианов страховывает защитников и выбивает мяч за пределы поля. Дергунов, удар, не доходит мяч до голкипера. Там Сергей Борзенков здорово сыграл. Фол. Да, Миронов жестко вошел в Алексея Лапина. Вот еще один такой теневой, да, герой этого противостояния. Алексей Лапин много черновой работы в центре поля проделал, руководил атаками. И его, возможно, незаслуженно мы не упоминали, а сейчас мог вполне автором гола стать. Сергей Борзенков все свое внимание своему тезке Колобенкову отрядил, а в итоге мяч чуть был прямым ударом не зашел. Ну что ж, дорогие друзья, основное время матча у нас уже подошло к концу, и главный арбитр встречи действительно ничего компенсировать командам не стал. Что ж, на этой ноте, дорогие друзья, поздравляю КДС Дубль с победой, мы с вами будем прощаться, встретимся на полях Северной Лиги, и до свидания.